по страницам киноистории. Это специальный проект канала Great Review и летний вайб. С вами все лето. Выход рабочих с фабрики «Люмьер», 1895 год. Это самое зарождение кинематографа «Братья Люмьерами». Документальный немой короткометражный фильм, один из первых фильмов, снятых «Братьями Люмьер», в исторически первым фильм. Показанный публике на большом экране в русскоязычных источниках, фильм также упоминается как «Выход завода», «Выход рабочих завода братьев Люмьер». Просто рабочие закончили смену и выходили, как, собственно говоря, сейчас это бывает. Первый фильм был показан 22 марта 1895 года на конференции, посвященной развитию французской фотопромышленности. Этот же фильм показал и открыл знаменитый первый платный киносеанс из 10 фильмов в Париже. В подвале Гран Кафе на бульваре Капуцинок 28 декабря 1895 года. Ну что, ребята, дорогие мои друзья, все ценители кинематографа, неважно какого, французского, английского, русского, мы любим синема. Это... Мы живем в удивительное время, когда мы можем лицезреть такие хиты, такое ретро. Оно осталось на пленке, и мы можем в свободном доступе посмотреть на том же Ютубе эту минуту славы. Да, минута всего лишь длится этот фильм, одну минуту. Как просто люди выходят. Идут целыми там масса, там очень много людей, видимо, большой завод, много рабочих. И вот они выходят, и как бы все. Кто-то скажет, что за чухня. Но поверьте, в этом есть шарм, в этом есть своя изюминка. Ну что, мы были в самом зарождении кинематографа, дорогие мои. И мы продолжим изучать этот удивительный феномен, если можно так выразиться, феномен синема. Любите фильмы, важно какие, но лучше пускай они будут хорошими, образовательными. С вас лайки, подписки на канал, Great Review, Яндекс.Зен, помощь автору, будем очень признательны любой денежке. Вывод на кошелек, Яндекс.Зен, Донат Алертс, все у нас в свободном доступе. Но пока что хорошего лета. И не забывайте, что такие фильмы тоже были. Это история синема. Welcome back.